В сентябре в силу вступил новый законопроект, согласно которому при получении российского гражданства присяга становится обязательной официальной процедурой. Произносимый вслух текст является как бы подтверждением желания человека стать гражданином России добровольно и осознанно. Поэтому на мероприятии торжественно звучали одни и те же слова. Я Янченко Роза, добровольно и осознательно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным в России, уважать ее культуру, историю и традиции. Поздравляем. Сразу же после принятия присяги новые россияне получали паспорта. С этим знаменательным событием их поздравил начальник отдела полиции Алексей Попов. Пожелать удачи и всего самого доброго тем, кто принял гражданство Российской Федерации. Вы, как видите, мы вам подарили Конституцию Российской Федерации. Это основной закон Российской Федерации. Наша страна, она огромна. Она включает все 85 субъектов. Я надеюсь, что наша страна для вас теперь станет домом. И этот дом будет теплым, уютным. И, соответственно, нести только свет в вашу семью. Наряду с теми, кто сменил статус мигранта на статус полноправного гражданина Российской Федерации, были юные жители Уварова, получавшие свой главный документ впервые. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Рябову Ивану Валерьевичу. Поздравляю. Удачи тебе. Трудолюбие, прилежности, успех во всех начинаниях. Помните, что будущее нашей отчизны за вами. В жизни всех этих людей начался новый этап. И независимо от возраста и национальности, им предстоит не только гордо и достойно нести звание гражданина Российской Федерации, но и соблюдать Конституцию и законы страны. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».